Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик, бро, и еще кое-кто. Только его или даже их мы не видим. А они нас видят, ведь на этот раз под мою проверку попал сид призраков и привидений. И чтобы изучить и продемонстрировать этот сид, мне нужно создать новый мир. А перед тем, как мы начнем, хочу сказать тебе, не забывай запасаться какао-чаечком, печенюшками, ну или что ты там кушаешь, любименькая. Заглядывай в мой телеграм-канал по ссылке в описании, либо сканируй QR-код. А теперь приступаем. Майнкрафт 1.12.2. Создаем одиночную игру, новый мир. И тут пишем мое любимое, призраки и привидения. Ну и самое главное, это ключ для генератора мира, это наш сид. Ghosts and Apparitions. Это означает как раз призраки, ghosts и привидения apparitions. Хотя это одно и то же, но так я в детстве гуглил, так и сейчас будет у меня работать. Итак, посмотрим, что нас будет ждать. Я нажал, теперь осталось только чуть-чуть подождать загрузочку мира. Ну, и мы появились. Как я буду засекать привидений, надо еще подумать. Надо определенно что-то думать. Пока идеи не лезут в голову, поэтому давай-ка мы просто будем выживать. Вообще, знаешь, я думал, может, редстоун добыть и сделать какой-нибудь крест, типа... Короче, какие-то способы призвать наших призраков. Еще вот подумал... Есть же какой-то способ, типа, засекать движение с помощью такого лазера, который очень много кружочков лазерных создает, и ты проверяешь, передвигался ли кто-то, появлялась ли какая-то тень, которая создает помехи, или преграждает свет, короче, вот такая штука. Опа-па, страшный звук Майнкрафта, но... Почему он тут проигрался? Я же не в подземелье, или... Это норма. Ладно, короче, не буду на такие вещи обращать внимание. Наверное, это реально норма. Смотри, что у нас тут есть. Опа-па. Сейчас я сделаю кирку себе. И будет все у нас на мази. Здесь очень много угля. Еще, кстати, приметил я такой вот интересный, занимательный факт. И пойдем, я, короче, хочу посидеть совсем немного у водички. Кстати, можно забраться на самый верх, посмотреть вообще, как у нас устроен мир. Ну, то есть... что я хочу сказать? Какие биомы у нас вокруг вообще существуют? Но я смотрю, что у нас сразу же рядом с лесом, вот с этим лесом, я имею в виду, даже таким гористым, пустыня, дальше у нас саванна, и еще рядом у нас, нифига себе, на удивление, темный лес, прикинь? Во-па-па, вот такие пирожки, блин. Ну, кстати, этот биом, наверное, мне больше всего нравится, по сравнению с вот теми, которые предложены. Сам понимаешь, тут как бы кефтомятинка. У нас тут есть буквально все. И куча животных, и куча простора, и еще такие вот высокие горные местности. Короче, все просто офигенно. Посмотри на это. Вот это, как думаешь, это что-то странное или нет? Надо немножко постоять, посмотреть вообще. Это дерево крайне странное. Вот я уверен, что-то с ним не так. Забей, ничего там нет. Я посмотрел на это дерево, посмотрел, и вообще ничего. Вот знаешь, такое ощущение, как будто кто-то в тумане появится сейчас. Но у того дерева одинохонького никого не было, здесь тоже пока я ничего не засек. Ой, нифига себе, что это за место? О, окей. Фига себе, что-то не хочу уже идти. Давай мы, пожалуй, назад пойдем. Что это было вообще? Ну, я не пострадал, да? Прикольно. Погнали, чё мы? Давай проверим, что здесь есть. Ничего. Эй. А все, здесь конец. Ладно, пойдем назад. Я не знаю, здесь нифига нет. Чего? Блин, я что-то вообще некомфортно себя здесь.
Ощущаю, пока что было-то, блин. Я даже на монтаже, наверное, перепроверю. Там же реально шаги какие-то сзади меня были. Я еще когда повернулся, что-то на долю секунды, как будто я увидел Стива дефолтного. Может, Херобрин здесь как-то это... Не, все, ладно. Это, вот это место, я не знаю, чудом сюда попал. И оно как бы дало о себе знать. Дало. Ладно, пойдем отсюда. Пойду-ка я лучше, я не знаю, дом построю какой-нибудь. Что-нибудь такое простенькое надо сделать. У нас еще ночь не скоро. Но она приближается, по крайней мере. Так что давай-ка мы все-таки еще один верстак замутим здесь же. Если даже я что-то уже сюда ставил, то пофиг. Давай-ка добудем вот это дерево. Памс. И давай-ка мы все добудем все-таки. Не, мне, знаешь, на самом деле нравится этот сид. Что-то он какой-то не такой, не такусенький. Что-то, блин, новое я как будто почувствовал. Такой, знаешь, ванила Майнкрафт мне напоминает вот это все. Ну, то есть, вот когда еще старой версии, ты такой играешь непринужденный, потом задумываешься, что если, типа, кто-то за мной следит. Не, шаги 100% были, значит, ну, есть аномалии все-таки. Прикольно. Пойдем-ка мы дальше. Фух, а смотри, интересное местечко так-то. Я даже не знаю, где мне строиться. Давай определимся, может, тут что есть. Смотри, куры, надо их забрать все-таки. Пэмс, готова курочка. Еще сейчас одну заберем. Норм. И эту заберем. Ну, и тут еще больше курочек нет. Нормас. Вообще полный нормас. Расколбас. Памс. Найс, еще одну. Мочканул. Иди сюда, маленькая курочка. Ой, еще курица. Курица. Идем ее мочить. Опа! Еще одна курица. Курица. Еще одна курочка. Еще одна курочка. Я красавчик. 8 кур. Идем-ка мы, пожалуй, отнесем это на базу, на базу. Хотя куда я спешу? Как будто меня кто-то убьет здесь. Меня же никто не убьет. Я заберу вот этот уголь по-быстренькому. И пойдем. Все, надо быстрее дом строить. У нас очень мало времени. Я думаю, еще заберу немножко камня. Выбираемся и быстрее бежим. Не, короче, знаешь, куда я пойду? Здесь не очень местность. Ну, то есть она красивая, вся хорошая, все дела. Но я пойду туда. Сейчас я дверь построю. Вот. Я пойду в ту местность и там попробую меж камней как-нибудь дом организовать. И посмотрим, что вообще будет. По-моему, норм идея. Нормик. Полный нормасик. Во, смотри, вот здесь буквально дом можно сделать. Во. Смотри, меж камней реально. Ну, тут... Прилично место. Сейчас быстренько надо организовать и сделать, конечно же, факел. Все, вот так. Бамс. Сюда поставим. Все, и вот это вот запираем просто. Вот эту всю местность. Чтобы вот внутрь шахты... Да вообще, знаешь, дебильно все построил. Не буду особо париться. Ничего нет вроде. Во, вот так сделал. И нормально. Готово. Да, конечно, гениально. Суровый Челябинск. Ладно, мы все равно сделаем просто вот такой проход. Все, дом готов. Охапка дров и плов готов. Только у нас тут дом готов. Все, я кладу всю хрень. И можно еще вот здесь немножечко расшириться, получается. И построить... А, печку нужно. Что случилось? А, так у меня свет поломался? Ты что сейчас было вообще? У меня здесь факел висел, он упал просто. А я сразу понял, что... Ну, не сразу допер, что произошло. Потом что-то подумал и понял. Ну как? Я увидел, что у меня 4 факела. Кто здесь? Ч
Что-то мне вообще некомфортно на улице. Капец. Жесть, что-то я вообще страшно себе. Это пугающая какая-то атмосфера, пугающая. Размещу еще один факел вот сюда. Сколько у меня там уже все переплавилось. Отлично. Даже не знаю, а что еще делать. Я, в принципе, добыл всю еду, и мне больше ничего не надо. Можно отдыхать. Кидаем палки, кайфуем. Ладно, пойдем. О, кстати, кур развести можно. Опа, все, у меня есть куряха. Сиди тут. Не выбегать нет отсюда. Понятно? Я закрою дверь, и ты ничего делать не будешь, хорошо? Вроде нормально. Показалось? О, кстати, а там может быть спавнер. Мне показалось, как будто там что-то мелькнуло вон там. Пойдем проверим. Ну, не то, что мелькнуло, а пойдем проверим спавнер. Я очень хотел проверить, интересно стало. Бамс. Нет, тут нифига нет, тут тупо пещера. Пойдем назад. Назад, назад, назад. Ой. Блин, что-то страшно, что их так много, что они такие звуки страшные издают. Пойдем-ка мы, пожалуй, назад. Все, идите нафиг, пацаны. Моя берлога такая незаметная, на самом деле. Я могу спокойно здесь прятаться от всех. Никто здесь меня не найдет. Давай построим еще что-нибудь. Бамс. Я уже не знаю, как вообще себя, чем себя занять. Выходить я не хочу, потому что там, видишь, ночь. Ночью что-то стрёмно туда идти. Давай-ка мы... Знаешь, что придумал? По приколу здесь сделаю вот сюда вот прямо саженец. Вот так вот сделаю. Прикольно? Что это? Блин. Что за бред? Курочка, ты это видела? Кто здесь? Фуф, что-то стрёмно, что-то стрёмно. Ну, признавайтесь, кто мою дверь открыл? Здесь еще какой-то странный ход. Здесь кто-нибудь есть? А, ну это сзади моего дома. Да не, фигня какая-то, короче. Я не знаю, продолжать ли играть на этом сиде, по-моему... Аномалии точно какие-то происходили и произошла только что передо мной. Я что-то не думал, что настолько все будет прикольно. Ладно, сойдет, сойдет сид. Я даже не знаю, ну все, я думаю, достаточно. Продемонстрировал главное. Так что переходи в мой телеграм-канал, там буду оповещать о том, какие страшилки выходят, выйдут и так далее. Сканируй QR-код, либо сам найдешь в описании. Хорошо, мы с тобой провели время. Ну а я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Ты поставишь на лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, курочка, попрощайся. Ищи яй.